Натуральное, но не воду. Так, это... Может, нет вообще никаких раковых клеток, великий обман. Раковых клеток как таковых нет. У нас есть клетки, и просто у нас некоторые клетки на фоне именно вот этой сдавленной пружины, которая внутри нас, на фоне того, что мы не можем реализовать себя, не можем вытащить какую-то проблему наружу, обиду наружу, еще что-то. И клетки наши ведут разным образом. Ярик. И некоторые клетки ведут таким образом, что у нас вызывают раковое заболевание. Что такое раковое заболевание? Это беспорядочное деление клеток больных. И именно на клеточном уровне это проще всего нам воздействовать на самого себя. Поэтому тут такой вопрос, что насколько они раковые, насколько мы их можем хоть как-то грипповые, ковидные, еще какие-то.